Всем привет! С вами Иван. Сегодня у меня немного спонтанный выпуск получается. Хочу обозначить свою идею, но пока не хватает ингредиентов для ее осуществления. Проблема выглядит примерно так. Есть устройство, которое с внешним миром соединяется через максимум здесь 5 USB портов можно найти. Есть USB хаб к нему, почти полностью забитый. Еще в мониторе есть тоже свой встроенный USB хаб. И вся эта лапша начинает надоедать. А последней каплей стало то, что я сравнивал характеристики оптических приводов, работающих по USB, и оптического привода, самого лучшего, который можно поставить в отсек обычного системника. И USB вариант мне покупать не захотелось по результатам этого сравнения. Поэтому я решил найти какое-то фундаментальное решение проблемы. Взять и купить тот самый системник, в который ставятся оптические приводы. Ну, купил я корпус со всякой разной начинкой. Не очень актуальную начинку я вытащу, поставлю новые. А внутрь корпуса я буду ставить USB хаб, но не этот, а побольше, на 12 портов. И с этих 12 портов выводить соединение на внешней отсеке. Специально для этих целей взял корпус, в котором этих отсеков много, чтобы разные варианты можно было реализовать. Один отсек уже понятно, чем будет занят, это оптический привод. Второй отсек уже в пути, и он будет занят считывателем смарт-карт, дополнительными USB портами спереди, считывателем SD-карт, кстати, тоже полезная вещь. Где-то у меня есть считыватель SD-карт, но я его потерял. А если вкрутить в системник, то потерять можно только вместе с системником. Товары все в пути, только системный, только корпус пока смог заказать и принести сразу домой. Поэтому остальное будет в следующих выпусках.